буквально за 2 дня до выезда мне сказали, что я еду на сборы. Паспорта нет, паспорт в Москве, сразу же началась та суета, поиски паспорта, вот, и вот я тут, я очень рада, очень-очень безумно довольна, я вообще была такой в эйфории. Тяжело, конечно, очень тяжело, но мы стараемся, работаем, идем. Доказываем, что мы не просто так сюда попали, что мы можем тоже играть за наш клуб, что мы тоже уже почти чуть-чуть готовы к этому. Тренер очень хороший, добрый, очень позитивный человек. Постоянно поддерживает, где надо поругает, там хвалит, когда что-то получается. Тем более тяжело, когда в команде со старшими, они же все-таки опытнее, лучшие во всем. И сложно где-то что-то сообразить нужно. Вот, и когда что-то получается, он хвалит, ты тоже понимаешь, так, нужно сделать это еще раз, тебя похвалят, и все будет хорошо. Тренироваться в Ростове – это классно, когда еще и самый лучший тренер Европы с тобой тренируется, что-то тебе говорит, подсказывает, это вообще очень супер. Тяжело в плане того, что немного не понимаешь языка, как бы не очень хорошо его знаю, и вот это немножко доставляет трудности, то, что не всегда там переводчик может донести именно ту мысль, которую говорит тренер. Все условия для тренировок, все хорошее питание, атмосфера, и девчонки, и команда, и вообще тренировки просто класс, новый тренер, новый опыт.